Каждую секунду в мире выбрасывают 51 тонну еды. Эти продукты еще вполне съедобны, но по разным причинам отправляются на помойку. Ну а раз так, то обязательно найдутся люди, которые достанут их из мусорного бака и используют по назначению. И даже могут раздобыть деликатесы. Наш корреспондент Полина Кострицкая тоже прониклась этой идеей и выяснила, можно ли вообще не тратиться на продукты или как покупать их с огромной скидкой. О, чесночок! Опа, сахарок! Деликатесы в недрах мусора. Здесь каждый день новое меню. Теперь у завсегдатаев помоек бездомных появились конкуренты – фриганы. Большинство из них питаются объедками не из нужды, а ради идеи спасти планету от мусора. Фрига для меня – это способ утилизировать ненужную человечеству еду, потому что человечество уже совсем зажралось и выкидывает вот такое вот. На охоту, как правило, выходят ночью. Лакомые куски не в каждом баке. Блин, спасибо огромное телеканалу ТВЦ за то, что пропиарил мой канал. А тем временем смотрите, сколько я всего нашел. Это просто... Мау! 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 Блин, я в шоке, помойка реально кормит. Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Штребух! Всем привет, с вами Штребух, пищеварительный гигант. Вот смотрю я на эти пироги, и мой желудок уже поет серенады. Они очень аппетитные и прямо из помойки. Ведь помойка, как обычно, кормит. Я очень счастлив. Ну что, приступим? Начнем дегустацию с этого пирога. Ой, он так изумительно пахнет. Это просто 10 мау из 10. Очень вкусно. Клюквенный пирог прямиком из помойки. Я обращаюсь к тем, кто это выкинул. Вы что, с ума сошли? Как такое можно было выкинуть? Настала пора оценить вот этот яблочный пирог. Здесь даже яблочки не сгнили, а просто слегка подзасохли. Вкусненько. Пирог с яблоком и корицей. На вкус просто изумительный. Клубнично-творожный пирог. У меня просто нет слов. Пахнет хорошо. Очень вкусно. Следующие пироги мясные. Внутри какое-то мясо. Я правда не знаю, что это за мясо. Похоже на курицу. Этот пирог просто восхитительный. Второй пирог, скорее всего, тоже мясной. Фу, не, он реально чем-то припахивает. Возможно, он уже пропал. Вообще атомный, ребят. Он с яйцами, и они уже стухли. Употреблять такой пирожок смертельно опасно, поэтому я не стану рисковать своей жизнью. Нужно его выкинуть, да и поскорее. Разминаю желудок. Вот этот пирог, скорее всего, с грибами. Вот они, нарисованные. Возлагаю на него, конечно же, надежды. Кстати, ничем не воняет протушен. Буду пробовать, ведь грибы ошибок не прощают. Пирожок очень вкусный, офигенно. Мне повезло, я выживу. Посмотрите на этот шикардосик. Это просто взрыв моей макаронной фабрики. Я не знаю, с чем этот пирог, но он абсолютно целый. Отломаю с краешку немножко. Не пойму даже, с мясом что ли? Пирог оказался картофельно-мясным. Очень вкусненький. Просто офигенный. А это уже сырная дегустация. О да, беби. Так, первый сыр. Блин, уже видно с плесенью. В принципе, на вкус нормальный. Кушать можно, но реально опасно. Вот эти сыры дегустировать нет смысла, потому что они абсолютно идентичны. А вот этот сыр уже подозрительный. Я думаю, от этого сыра можно реально протянуть педали. Не, ребят, дерьмо полное. Крылышки, вес, куриные, лента. Просрочены 27 числа, сейчас 4 марта. Эти крылышки уже слегка подзасохли. В принципе, воняют нормально, употреблять их можно. Курочка просто шикарнейшая. Бог кормушек, подай мне пропитание.
Я возлагал надежды на бога кормушек, но он мне подсунул вот такого вот... В принципе, их можно было бы пережарить, но по своему опыту могу сказать, что это, возможно, не даст никаких результатов. Поэтому эти сардельки можно использовать только в качестве реквизита, но не больше. Опа, а у меня тут блинчики с ветчиной. Срок годности до 27 февраля. Фу, братва, я такого не ожидал. Блин, чуть не вырвало. Очень жесткий ванизм исходит от этих блинов. Но это просто жесть. Оно все липкое такое. Колбаска из помойки. Но вот только срок годности стерт, ничего не видно. Непонятно, когда ее произвели. Да и пофиг. Плесени нет, значит нормальная. Да, пахнет просто превосходно. Колбаску из помойки я просто обожаю. Следующие сосиски молочные. К сожалению, больше не было, всего лишь две штучки. Сосиски абсолютно съедобные, пусть и смотрятся они не очень. Сладкий перчик. Он уже вот здесь подцвел, начал прогнивать местами. Внутри перец сгнил. Но даже в таком состоянии его можно употреблять. А перчик вкусненький. Целый пакет лимонов, а еще мандаринки. Мау. К мандаринкам я испытываю слабость. Это оказался грейпфрут, такого я не мог ожидать. Но почему выкинули лимоны, я вообще представить не могу. Они абсолютно целые, даже не гнилые, абсолютно нормальные. Как говорится, вскрытие определит, в чем причина. Посмотрите на этот лимон, он просто идеальный. Ух, лимон очень кислый, в принципе, какой и должен быть. Я просто в шоке, помойки кормят витаминами. Настала пора оценить эти десерты, они реально офигенные. Вы просто посмотрите на вот это Эммунелли, это просто сказка. Блин, Эммунелли я очень люблю на самом деле. Пахнет офигенно. За ваше здоровье. Настала пора определить этот йогурт на вкус, ведь он просрочен на полмесяца. И как оказалось, на вкус он абсолютно изумительный. Вкус превосходный. Я даже не знаю, что мне из этого всего попробовать, ведь все это булочные изделия, они, как правило, всегда нормальные. Конечно же, рука у меня тянется вот к этой шоколадке. Это темный шоколад. Просрочен на 4 месяца. Я даже зубы не поломал. Шоколад реально вкусный. Я в шоке. Радуйся. Обычный темный шоколад. Я просто в шоке. Помойка реально кормит. Как обычно и всегда меня насыщает и наполняет свежими витаминами. И я уже, честно, не могу подобрать слов, чтобы описать все это добро. Ведь в помойке они меня постоянно кормят, и типа со мной всегда все окей. Я выхожу сухим из воды, пусть я играю в русскую рулетку, но всегда выхожу из этой игры победителем. Шоколадик нужно запить вот этим 7-апом. Просрочен всего лишь на 2 дня. Считай, что свежий. Настала пора продегустировать вот этот морсик из ленты. Просрочен он на 5 дней. Я думаю, это совершенно не критично. Да, как я и сказал, морс просто изумительный. Ребят, всем спасибо за ваш просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Штребух и Штребух.